Хилый мальчик шел домой, очень-очень поздно. Его зажали гопники и сказали грозно: ты мобилу отдавай, отдавай робаксы. Мальчик шокер вытащил, чтоб наказать засранцев. Не на того напали! Гопник раз, гопник два, заряд только под бока. Не имея бицепса, хлюпик наказал быка. Что теперь насчет мобилы, что насчет робакса? Понял, принял, осознал, прости ты нас засранцев.